И к другим темам. Весной следующего года Национальный банк Казахстана переедет в столицу. Напомню, согласно указу главы государства, от 11 ноября вместо Нацбанка будет создано агентство по регулированию и развитию финансового рынка, которое заработает с 2020 года. И оно будет подотчетно президенту страны. Никто за Национальным банком переносить свои хедквартеры в нашу столицу, по-моему, никто не собирается. Это нормально, потому что Алматы остается нашим финансовым центром нашей столицы, нашей страны. И будет так развиваться. Тем более, еще говорю, все международные финансовые организации остаются здесь. Национальный банк намерен открыть постоянное представительство в городе Алматы для лучшей коммуникации как и с агентством, так и с финансовым сообществом. Кроме этого, предполагается о том, что вот, вся работа, которая будет в рамках Совета по финансовой стабильности проходить, она будет проходить вместо площадки города Алматы.